Правительство Ямала объявило конкурс на создание горнолыжного комплекса на горе Рай-Ис рядом с рекой Собь. Климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон с октября по июнь, когда другие курорты не функционируют. Впервые в России такой инвестиционный проект в туризме воплощают в жизнь на условиях концессии. Объекты строят с привлечением частных инвестиций и поддержкой от государства. Власти подчеркнули, горнолыжка создается в первую очередь для жителей Ямала. Именно на них придется больше 50% прогнозируемого турпотока. А уникальная природа и этнокультурная составляющая позволят привлечь туристов со всей страны. Кроме того, создание комплекса даст тысячи рабочих мест в несырьевой отрасли, новые поступления в бюджет. По соглашению проект разделен на два этапа. На первом за 3,5 года инвестор должен создать не менее 12 километров горнолыжных трасс различной сложности, 2 подъемника, школу и пункт проката инвентаря, а также 2 отеля с ресторанами и спа-услугами.